close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Итак, друзья, всем привет, рад вас видеть на канале. В этом видеоролике мы начинаем строить добротный, хороший домик для ПМЖ-хи размером 6х11 своими руками. За моей спиной уже закручен свайно-винтовой фундамент, тут больше 25 свай 108-х. Заранее сделано крыльцо, заранее сделаны сваи под лестницу. Также мы сразу установили максимально все коммуникации, то есть у нас есть колодец. Вчера мы сделали подвод воды, заложили трубу, сделали траншею, будет заходить вода в дом. Также у нас установлен септик, тверь, это автономная канализация. Обвязка пола у нас будет в 3 доски, все будет максимально жестко скручено. Рекомендую делать всегда обвязку именно из доски, потому что брус крутит, вертит, он трескается, а доска работает намного жестче. Также, друзья, хочу вас пригласить в интересный проект. Те, кому понравится проект этого дома, и те, кто купит этот проект дома, автоматически попадает в закрытый чат, в закрытый канал, в котором будет рассказана вся себестоимость этого дома, показаны все материалы, где и как их купить. Будут даны разные промокоды, скидки, акции, где достать какой-либо крепеж, инструмент, разные плюшки. Ну и, конечно, в этом чате мы разыграем огромное количество призов, начиная с каркасного Неллера пистолета, куча шуруповертов, болгарок, различные расходки. Короче, бонусов, ништяков, плюшек. Я думаю, всем очень зайдет. Поэтому все подробные условия есть в описании под роликом. Переходите, ознакомьтесь, залетайте к нам в закрытый канал. Нас там уже больше 40 человек. Много полезной информации. И раскрываю все карты, как вообще построить такой дом своими руками изнутри всей этой движухи. Потому что мы все показываем поверхностно. Ну и, конечно, не забывайте подписываться в мой телеграм-канал, друзья. Именно там выходит все, прям вести с полей, здесь и сейчас. Ну а вам я желаю еще приятного просмотра. Давайте потихоньку начинать строить домик. Посмотрим, что у нас получится. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. We'll be right back.
Так, друзья, давайте я вам немножко расскажу, что у нас происходит, какой этап. То есть собрали мы обвязку из пакета досок. Обвязка идет в три доски. Доска сухая, строганная, 145-я. Тут у нас 2 метра террасы, поэтому тут у нас 4 доски. 3 доски идет в дом на контур, то есть дом 6х9. И одна доска — это прижимная лобовая, куда будут опираться лаги пола, террасы. Так, сейчас у нас выровнены диагонали, то есть полностью ровный прямоугольник по углам, но по периметру у нас еще играет доска. То есть сейчас будем крепить саморезы, натягивать нитку и выравнивать весь периметр. Также подкладываем гидроизоляцию сразу, чтобы она была на своем месте. Влад, вот тут потом докрути доску. Бывает. По крепежу. Сначала у нас вся обвязка прокручена на саморезы 6х90. То есть саморезы 6х90 в основном мы используем для стяжки, чтобы просто притянуть доску. Я вам сейчас попробую показать, если найду, весь порядок работы. Потому что мало ли кто будет делать своими руками, это вам пригодится. То есть саморезы у нас вот такие, 6х90. Они имеют свободный ход. То есть благодаря им мы стягиваем плотно доску, максимально жестко, чтобы не было никаких щелей. То есть это раз. Вот сейчас как раз натягивается нитка. А крутим все это винтовертами. Винтоверты у нас ходовые, простые, Greenworks. 3 регулировки скорости, больше 200 ньютон. Я вот как бы перешел пока на такие винтоверты. У меня их там 5 штук, 3 в работе сейчас. Есть подсветка, больше ничего и не надо. То есть вот он лежит еще один. То есть все нормально. Дальше, после того, как мы выровняем весь периметр, будем тянуть. Кто-то использует глухари. У нас вот такие конструкционники. Это 8х100 тарелка. Берем это все в Trusty Tools. Это удобно, то есть в одном месте можно все закупить, весь крепеж. Потом все это будем пробивать гвоздями. Вот они, винтовые гвозди. Вот так они выглядят. 34 угол под пистолет. То есть все максимально как бы аккуратно, красиво. Гвоздь 90-й, тоже Trusty Tools. То есть заходите в магаз, выбирайте, что вам надо. Очень удобно. То есть можно весь крепеж буквально. Вон там лежат и кровельные, и обычные саморезы. То есть все можно зарядить именно там. Поэтому сейчас допиливаем все заготовочки. Выравниваем полностью периметр. Подкладываем гидроизоляцию. Сажаем все на тарелку. По 3, по 4, по 2, по 3, по 4 штуки в каждый оголовок. И можно будет начинать уже пробивать все наглухо гвоздями и заниматься черновым полом. Так что работаем. Transform.
We'll be right back.
Так, друзья, давайте немножко вам расскажу, какие тут решения сделаны. Во-первых, ну, классно, когда у тебя периметр в ширину 6 метров, то есть ты можешь гнать лаги пола просто нон-стопом. И это довольно быстро собирается. Какие тут изменения внесли? Во-первых, шаг тут 390. То есть между лагами 390, это максимально жесткий пол будет в дальнейшем, потому что далее будет сделана полусухая стяжка. То есть когда уже будет полностью дом стоять. У нас есть задний вынос эрки, это 600 миллиметров, такая будет просто арка. Ну, по планировке еще рано что говорить. У нас тут будет два витражных окна, по сути, вот в этой стороне две спальни. То есть слева-справа две одинаковых спальни. Проставочки набиты, прокручены по ширине 6 метров, потому что сюда будет вставаться стенка, чтобы ей было куда опираться. Ну и, конечно, предварительно мы это все утеплим, сделаем платформу, и потом уже будут устанавливаться стенки. Вот так это все выглядит. Такой танцпол, что сейчас докручивается передняя сторона проставок. И сейчас еще соберем терраску. Потом это все до конца окончательно пробьем. Также прокрутим еще обрешетку снизу, чтобы нам прижать ее к лагам пола. Потому что пока что еще она не прокручена. Где-то мы залезем под низ, а где-то мы, наверное, отсюда крутанем саморез, приподнимем ее и на косую гвоздиком забьем, чтобы доски у нас тоже стояли на своем месте. Так что вот так работаем. Да у тебя тут место, ё-моё, блядь, жить можно. У меня гидромассаж, знаешь, спины вот такой. Качай бицуху, конечно. Качай бицуху, а главное... Ну, солнца нет, у нас тут тридцатка, а у тебя тут тенёк. Смотри, как хорошо. Массаж спины, блядь. Все правильно, надо всегда быть ближе к земле. Чем туда ниже, тем интереснее. Так, я тут заново писать. Так, друзья, сегодня у нас новый день. Приехал, во-первых, материал. То есть на этом объекте у нас около 35 кубов утеплителя. То есть это полы 200, перекрытия 200, стены 150. А на этом объекте у нас утеплитель Teplognow. Довольно добротный утеплитель. Я вообще вот
строить в кайф, когда хорошие материалы применяются. Да, сухая строганная доска, хорошие мембраны, качественный утеплитель, потому что ты им не чихаешь, не чешешься, он хорошо стоит в проеме, максимально экологичен, то есть потом не надо 2 недели отмываться от него, чтобы там не чесаться и так далее. В принципе, на перекрытие и на нижние и верхние у нас соточка пойдет в перехлёст, да. Также взяли еще полтинник на стенки. Также у нас по фасаду будет не перехлёстное утепление на этом объекте, а взяли панели такие МДВП. То есть панелька заменяет ветрозащиту, дополнительная шумоизоляция немножко усиливает каркас, плюс дополнительная теплоизоляция. Будем ее бить прямо по каркасу, как дойдем, все покажу. Также завезли все мембраны, сегодня приехали. Сейчас уже начали утепление перекрытия. Один человек носится с пылесосом, есть небольшие лужицы, был ночью дождик. Один строитель носится с пылесосом, высасывает всю воду, а уже половина прошли, начинаем уже упаковываться утеплителем, чтобы после утепления сразу на полиуретановую клей-пену зафигачить строительную плиту QuickDeck. Тут у нас шип PAS 22 мм. Немножко объема не хватало, в наличии больше не было. Взяли такую ламинированную, буквально там 8 листов, ну, чтобы хватило на весь объем. Хоть у нас и планируется полусухая стяжка, если вдруг вы хотите получить сразу чистовой пол на первые там 2-5 лет, можно взять ламинацию и сразу как готовое решение пола, уже ламинированный красивый пол. Чуть-чуть дороже стоит, но у нас полусухая, поэтому взяли профессионал, а это уже добрали, что не хватало по квадратам. Поэтому утепляем. У нас шаг лак здесь 390, поэтому утеплитель режем 400, остается 21, то есть 21 еще чуть поджимаем. То есть у нас первый слой идет соликовый монолитный, второй слой будет состоять из двух кусочков. Потом это все строительной плитой накроется, далее еще будет полусухая стяжка и полы будут мега теплые. Поэтому не тратим время и работаем.
И вот за один день мы уже сделали целых 3 этапа. Готово. Обвязка, черновой пол и лаги пола. Все быстро, качественно и в срок. Все же важно работать в команде. В команде профессионалов. Если хочешь развиваться, иметь стабильный доход и профессиональный рост, то приглашаю тебя в компанию Goodwood, которая строит дома из дерева и камня и почти за 20 лет построила уже более 5000 домов. Ребята ищут в команду инженера-проектировщика, того, кто будет проектировать отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и котельные в частных домах. Самое интересное – заработная плата от 200 до 350 тысяч рублей на руки. Goodwood предлагает работу в ультрасовременном офисе в Зеленограде с уютными зонами для работы и отдыха, собственным зоопарком, спортзалом и игровой зоной. Вас ждут стажировки в ведущих компаниях и обучающие поездки за границу. Полный социальный пакет и помощь иногородним в релокации с оплатой переезда и аренды жилья. Узнать все подробности можно по ссылочке в описании. Переходите и пересылайте свое резюме. Желаю вам успехов и карьерного роста. А мы поехали дальше. Так, друзья, всем привет! Я ушел немножко подальше, потому что там все крутится, пилится, да мы еще по пути поймали трактор, который роет нам траншею для электричества. В этом видеоролике мы с вами вместе начинаем собирать стены, домик 6 на 11,
Стены будут высотой примерно около 3 метров. Уходим от проекта в качество, чтобы было максимально комфортно, повыше потолки. Плюс у нас в этом доме планируется перекрытие. По проекту его нет, здесь оно будет. Хочется сделать холодный чердак, чтобы в жару было комфортно внутри дома. Напоминаю, все полезные ссылки, друзья, есть в описании. Напоминаю, кто покупает проект этого домика, залетает в закрытый чат, в котором все рассказываю, даже для примера, сколько надо заплатить трактористу, который ехал мимо, который нам сейчас копает траншеи под ввод электричества. Я заранее завез ПНД-трубу, она находится за мной, уже ее раскатали. Сейчас траншею дороют, кинем трубу, он же закопает, рассчитаемся и будем строить дальше. Так что, друзья, вам желаю приятного просмотра. Продолжаем стройку, 3-я серия, стены. Погнали! My mind is breathing in. Break out, I've got to see.
Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. We'll be right back.
66,3. Да. У меня прямая без скоса. Так, друзья, давайте я вам немножко расскажу, покажу, как у нас идет процесс кровли. Сейчас я встану на край. Во-первых, стропильная нога стартовая, она запиливается у нас в лицо ровно, то есть стык в стык. А следующие стропильные ноги мы пускаем внахлёст. Но этот узел, я считаю, жестче, покрепче, больше площади соприкосновения. Так как у нас это будет холодный чердак, то есть мы можем это так делать. Соответственно, первая запилилась в лицо. Далее у нас в центре идет бабышка 54,5. И вон та крайняя 54,5. Дальше левая нога встает. И у нас образуется здесь пространство 600. Ну, 590. Соответственно, там бабышка 590. И в таком, скажем, темпе мы идем. По центру у нас только 54. Потом накладывается левая. Там уже будет доска у нас уже 590. Та сторона тоже. То есть стартовая 54,5, а потом уже 590 выравнивается. Потому что у нас вот эта правая доска добирает эти 4,5 сантиметра. Не знаю, поняли нет, но смысл в том, что дальше просто мы идем вот в шахматке, закатываем. То есть левая сторона и правая 590, а центр 54,5. И вот так в нахлёстик идем, крутим. Сейчас пока все скручено на саморезы, то есть чисто для утяжки, жесткости. Потом это все наглухо забьется гвоздями. Тут на крышу обычно уходит почти 2-2,5 гвоздей. Потому что пробивается и каждая сторона, каждая бабышка, на косую 3 гвоздя, в лицо 4, на косую еще по гвоздю, чтобы все было максимально жестко. Тут у нас будет выносная доска, для этого сделали вот такие выпилы. Сюда встанет кобылка, сюда она упрется, прикрутится, сюда в торец, и тут будет подвесная консоль. Консоль небольшая, выступ у нас 600 мм. То есть заготовлены досочки, чтобы она не съезжала. Тут продлится конь проставочкой. И сформируется свес, фронтон. Из 200-й доски также. Ну и, соответственно, там у нас террасы. Сейчас у нас кончились стропильные ноги. Сейчас ребята нарежут. И там доделаем вынос на террасу. Все то же самое, аналогично. Далее уже у нас есть нижняя обвязка стены. Мы сделали. Потом сюда прикрутим верхнюю обвязку стены. И сформируем стойки. Чердак холодный, неэксплуатируемый, отличное решение, отбивает всю жару. Хоть у нас будет тут гибкая черепица, но все равно можно сделать перехлестное в дальнейшем. Так 200, а можно 300 сделать. Да и вообще, если честно, можно сделать и хламовник. Поставить какой-нибудь люк, холодный чердак, хранить какие-нибудь зима, лето, осень шмотки. Но это так уже. А так, в принципе, балочка в 3 доски, 200-я доска, на колоннах в 3 доски 150, опирается все строго на столбы, которые у нас сделаны. Там межкомнатная стенка, там двойной ригель, и там тоже столб. Прокручены пока на саморезы раскосы, упоры, чтобы все стояло, вот такие треноги, чтобы все было на своем месте, все четко. Так что вот так работаем, крутим потихоньку. Сегодня добьем стропильную систему. В принципе, получается все даже очень ровно. Так, друзья, я попробую вот так бочком встать, потому что встал против солнышка, а там ребята собирают инструмент, чистят, продувают. Давайте вот так издалека посмотрим. Вот такой у нас мини-барн вырисовывается. Пропорции вообще, я считаю, прям вот идеальные. То есть понятно, что можно было сделать там второй цвет, будет потолок выше, но это все херня, как мне кажется, потому что, во-первых, больше топить надо будет этот карман. Во-вторых, с холодным чердаком мы отсекаем летом, а лето у нас там 30-32-34 валит, всю жару, то есть холодный чердак будет как буфер работать. Плюс мы из-за перекрытия можем дополнительно утеплиться. И вот такой домик, то есть длина 6х11, 2 метра терраса, 6х9 теплый контур. Блин, ну выглядит вообще бомбически в каркасе. Понятно, что еще леса немножко мешают, укосинки временные, но когда вот зашьется фасадик, встанет прям вообще пушка.
Сегодня заканчивается четвертый день стройки. У нас на 99,9% готов весь каркас. Мы не пробили еще гвоздями. У нас есть мелкие там доработки, где-то подпилить, подрезать надо. То есть, что мы еще не сделали? И задний фронтон мы не собрали, все. Остальное полностью каркас готов. То есть, в принципе, можно за сегодня добить, но уже подустали. Завтра приедем, допробиваем, начнем утеплять перекрытие и сразу закатаем всю крышу, ветрозащитку и вентзазор, чтобы у нас перекрытие сразу было утеплено. Домик смотрится бомбически, реально бомбически. Я прям сам, мне самому приятно, и он простой, он недорогой, нету свесов, нету софитов, нету водосточки, меньше доски. Фронтон, кстати, собираем из 200-й доски, потому что 150-ка еще нужна на доборе в помещениях. 200-ка обрезков много от стропилки, хоть и на бабушке ушло огромное количество, но все равно у нас она осталась, поэтому на фронтон ее пускаем. А так, в принципе, вот такая красота. Друзья, все подробности есть в Телеграме, переходите, ознакомляйтесь. Ссылку оставлю на проект. Напоминаю, кто залетает, покупает проект, сразу залетает в закрытый чат, в котором я рассказываю много интересных, скажем, мыслей, делюсь секретами, как вообще строить такие дома, как сэкономить, на чем и как достичь вот такого результата. Тем более, если будете строить своими руками.